Фашистская Германия. Врач-эсэсовец проводит серию бесчеловечных опытов над людьми. Это попытка Третьего Рейха генетически смоделировать высшую расу. Один писатель считает, что нашел свидетельство того, что опыты по повышению рождаемости, возможно, не закончились, а были тайно возобновлены 20 лет спустя в Южной Америке. Мы приглашаем вас посетить страну близнецов, чтобы разрешить научную загадку и выяснить правду о человеке, известном как «Ангел смерти». Тайна города близнецов.